19 августа на сцене Коляда театра сыграют спектакль «Баба Шанель». Зрителей ждут искрометные диалоги, красочные костюмы, музыка, песни и танцы. Во время спектакля будет над чем посмеяться, а в конце, может быть, и поплакать. «Баба Шанель» – это спектакль о любви, о жизни, о вечных поисках счастья каждым человеком. Во вторник в 7 вечера состоится игра «Денежный поток». Она в игровой форме учит людей тому, как быстро стать богатыми и достичь финансового процветания в реальной жизни. 20 августа пройдет экскурсия «Екатеринбург в деталях и лицах». Участники узнают, почему Татищев начал строить крепость-завод, а город так и не построил, в честь кого город получил свое имя, почему коллежскому асессору приходилось к вечерней службе надевать чугунные галоши и какие тайны хранят подземелья купеческих особняков. В среду состоится лекция по функциональному питанию. На встрече можно будет узнать, как обогатить свое питание, не тратя на это времени, и как при помощи его же влиять на свое здоровье. 21 августа на мастер-классе «Куклотерапия» все желающие смогут создать свою обережную куклу, а во время плетения загадать желание и сделать куклу своим счастливым талисманом. 22 августа на экраны выйдет фильм «Эбигейл». В сказочном мире Эбигейл магия – это особый дар, подобно таланту к рисованию или пению. Он проявляется не у всех. И как художнику или музыканту нужны инструменты, чтобы воплотить свои замыслы, так и магам в фильме нужны специальные приспособления для того, чтобы проявить свои магические способности.